Щербаков. Надо было. Десять первых лет я в изумлении таращился на белый свет. Впрочем, и потом воспринимал происходящее со скрытым ртом. Даже и затем, еще разинув рот, нередко замирал я нем. Чуть только возникало предо мной, ой-ой, иного пола существо, и повергало в зной. Раз в пустом метро одно такое угодило мне зонтом в ребро. Всякий тут бы взвыл, а я напротив приосанился и рот закрыл. В ЗАГСе номер 5 нам поручили подружиться и совместно спать. Я лестницей бежал на боковой, ой-ой, но там с букетами и в галстуках торчал конвой. 10 первых лет мы утешались идеалами, которых нет. Кризис рос как флюс, изъяны нечем было крыть, и назревал конфуз. Вдруг открылась весть, что можно крыть материалами, которых и есть. И мы не постояли за ценой, ой-ой, нигде потрескалось, навесили ковер стеной. В целом и сейчас его бахромчатые джунгли поражают глаз. В джунглях виден лев, и на лице его голодном очевиден гнев. Ясно, что не босх, но тоже душу веселит и тренирует мозг. Недаром очень много вечеров с тех пор я скоротал узор, назначенный бонзаем взор. Вечер газ и тлел, гуляли мухи по ковру, а я сидел, смотрел. Думал года два, пока не выдумал, что муха интереснее льва. Лев пред мухой прост, всего-то пафоса, что грива, аппетит и хвост. А у нее и крылышки, и ножек шесть, она довольствуется крохами, которых есть. Сыну в 10 лет мы подарили барабан, а надо было нет. Мальчик меломан все время ходит с барабаном и бьет барабан. А когда не бьет, то погружаешься в безмолвие, как муха в мед. И кажется тебе, что только рот закрой, и все желаемое сбудется само. Нет, ой.